На три дня спортивный комплекс «Победа» стал всероссийским центром настольного тенниса. На турнир в Барнаул съехались более 100 участников со всей Сибири. Это юниоры до 19 лет. Любое проведение – это важное мероприятие. Тем более, что наши спортсмены могут, мы здесь можем больше участников выставить, чтобы они поучаствовали на таком уровне. Алтайский край – все ярче и ярче на спортивной карте страны. Сегодня тоже я вернулся с командировки. У нас продолжается переговорный процесс для того, чтобы затягивать сюда уже европейский уровень. Совсем недавно в Красноярске завершился турнир, где наши спортсмены заняли призовые места. Теперь же в краевой столице им предстоит вновь бороться за золотые медали. По словам участников, родные стены помогают, придают сил и уверенности. В своем городе намного интереснее выступать. За тебя все трибуны болеют, как-то атмосфера такая хорошая. По итогам трех дней у команды из Алтайского края 9 медалей, из них 4 золотые. Теперь спортсмены возьмут небольшой перерыв и будут готовиться к следующим стартам. А через пару лет, возможно, мы увидим и международные турниры на Алтайской земле. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.